По свидетельству современников, в быту он был просто неприхотлив. За обедом выпивал не больше 3 кубков вина. Всем блюдам предпочитал жаркое на вертеле. На десерт ел яблоки. А после обеда спал 2-3 часа. Прозвище «Карл Великий» он получил еще при жизни. То, что он совершил, предопределило развитие Европы на многие века. Карл Великий и его империя. У меня сегодня в гостях историки Павел Уваров и Александр Сидоров. Здравствуйте, господа. Александр Сидоров – выпускник исторического факультета Московского педагогического государственного института, кандидат исторических наук, доцент, старший научный сотрудник Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды – монография «Отзвук настоящего», «Историческая мысль в эпоху Каролингского возрождения» и «Историки эпохи Каролингов». Павел Уваров, выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор, заведующий отделом западноевропейского средневековья и раннего нового времени Института всеобщей истории Российской академии наук. Основные труды. Монография «Франция XVI века. Опыт реконструкции по нотариальным актам» и «Учебник истории Франции». Самое слово «король», оно же происходит от имени Карла. Да, безусловно. Как в свое время имя Августа тоже стало, в общем, титулом, да? И Цезарь. И Цезарь, да, абсолютно точно. Это была удивительная эпоха, эпоха каролингов. Удивительно в самых разных смыслах этого слова. Мы, надеюсь, сегодня об этом поговорим, и о разных сюжетах, и о разных моментах, связанных с вот этим историческим отрезком, очень важным не только в истории Франского королевства, но вообще, может быть, в истории всей Европы. По сути, да. Да, по сути, да. Но, может быть, буквально пару слов нужно сказать о предыстории этого периода, этой эпохи, потому что тогда будут какие-то вещи более понятны, да, из того, о чем мы будем говорить позднее. Ну, во-первых, сами франки, кто такие франки, да, это вот некий союз германских племен, которая возникает где-то в 3 веке нашей эры, в нижнем течении Рейна. Такое собрание самых разных германских племен, вот, которые вот в этом котле эпохи Великих Переселений постепенно переплавляются вот в некое такое этнополитическое сообщество, да, которое вот, так сказать, поселяется в провинции в Римской Галлии на правах федератов и потом начинает постепенно двигаться на юг. А тут вот есть важные моменты, связанные с моментом образования Франского королевства. 2 важных момента. Первый важный момент – это то, что франки достаточно быстро и, в общем, безболезненно приняли христианство. Причем приняли христианство в католической версии, да, в отличие от других варваров, которые усвоили христианство в версии арианской, поскольку они контактировали с другими частями империи, там, где в этот момент господствовал арианство. Ну, готы, например, там, да, вандалы и прочее, прочее. Это первый важный момент. Франки приняли христианство при Хлодвиге, собственно, создателе Франского королевства. И в исторической традиции вот осталась такая версия этого явления, этого события, что Хлодвиг, так сказать, это было такое мудрое решение Франского короля принять христианство по католической версии. Таким образом, он обеспечивал себе поддержку местного епископата и мог в своих походах военных и завоеваниях рассчитывать на их поддержку среди местного населения. Ну, видимо, это один из мифов историографических, как и почему он возник, это совершенно отдельная история. Тут все, видимо, все гораздо проще. У франков-то не было другого выбора, потому что, вот, собственно, единственные епископы, которые оказались рядом, были епископы католические. Да? Сам факт того, что они приняли христианство, указывал на то, что германский образ жизни очень быстро трансформировался и разрушался, да, и они усваивали вот иную систему ценностей.
Второй важный момент, который нужно учитывать и который многое объясняет в последующей истории франков, и уж тем более точно в каролинской эпохе, это то, что франкская элита еще в мировинский период, то есть достаточно рано, романизируется в том смысле, что она усваивает римскую систему ценностей, политическую, если хотите. Да? И Хлодвиг, вот тот самый основатель Франкского королевства, себя воспринимает в качестве римского наместника, в качестве консула, он носит знаки римского отличия, да, он серьезно к этому относится, он чеканит, так сказать, монеты и медали, где он изображен именно вот с этими консульскими знаками отличия. То есть, видимо, Хлодвиг себя воспринимал как римского чиновника. И то, что при нем и при его детях франки начали вести активные завоевания, активно завоевывать вот южную часть Франции, да, и двигаться на юго-восток, в конце концов создав франкское королевство, указывает на то, что, по всей видимости, Хлодвиг-то рассчитывал и стремился к восстановлению римского господства в рамках вот этой большой провинции Галлии. Мировинги действительно стремились восстановить римское господство в рамках Римской империи, той, которая она была, и себя, скорее всего, действительно осознавали преемниками. Пипиниды-каролинги впервые выходят за эти рамки. Трудно сказать, когда именно это произошло. Пипин Геристальский, Пин II, в 695 году впервые основал епархию за территорией Римской империи. Это Утрехт. За Лимесом, за бывшим Лимесом, да? За границей. Это было, ну, было ли это целенаправленным актом, или просто он хотел утихомирить этих жадных фризов, которые приходили грабить и вставлять такую опасность, сказать трудно. Но вот его же сын, Карл Мартел, он осуществлял поддержку Бонифация, крестителя Германии, и вот стремление обратить Германию в христианство. Если были какие-то неприятности, если германцы не хотели христианизироваться, уже франкские тяжело вооруженные уже к тому времени появляются, конницы. Они наводили порядок и помогали епископу. Да, ограниченный контингент. Да. Ну и дальше уже и Пипин, и особенно Карл, они, у них явная идея распространения христианства уже за пределами Римской империи, создания вот этой вот... Ну и не только христианства, но и собственного влияния, по сути. Это было неразрывно для них. Понимаете, нельзя сказать, что вот они хотели, создали империю, а потом подумали, что им нужно поддержать как-то единство, и давайте решили использовать христианство. Было не так. Они действительно считали себя носителями этой идеи. Каролинги – королевская и императорская династия в государстве франков. Каролинги пришли к власти в 771 году, когда отец Карла Великого, Пипин Короткий, сверг последнего короля из рода мировингов, Хильдерика III. Пипин короновался франским правителем в 754 году в базилике Сен-Дени, недалеко от Парижа. В 787 году его наследник Карл Великий предпочел город Ахен, сегодня территория Германии. Любимое чтение Карла Великого было о Граде Божьем Августина. Он сам, это, как мы знаем, сам не сильно был способен прочитать лично эту книжку, но ему вслух ее читали, вероятно, комментировали. И он явно рассматривал свою державу как вот этот вот град Божий, как воплощение, как сейчас бы сказали, эсхатологического проекта. Проекта, потому что скоро грянет страшный суд, и к этому моменту вот этот вот град Божий, королевство его, потом империя, она и будет тем островком спасения. И император, король, император отвечает не только за тела своих подданных, но главным образом за их души. Как любой уважающий себя средневековый правитель, но прежде всего пастырь своих чад, Иван Грозный, там все остальные. Вот. А для этой святой цели, конечно же, приходится идти на войны, на подавление, и на крещение силы оружия, и все остальные вещи. Но вот это, пожалуй, главное. Были ли у этого процесса какие-то другие экономические, социальные причины?
Ну, здесь сколько историков, столько и мнений. Ну да, потом надо сказать, что ведь в это время Европа была весьма разношерстным полотном, и уровень развития разных народов и племен был весьма и весьма различен. Социальные уклады были разные, если брать там соседей тех же самых. Ну, конечно. Были, с одной стороны, как Антиквитания, где, в общем, Римская империя никогда не кончалась. А с другой стороны, были саксы, которые никогда не знали вообще никаких римских обычаев. Это было языческое племя с очень архаическим строем. Конечно, все это унифицировать никто не мог, да и не хотел. Никогда не ставил перед собой такой задачи. Ну, по сути, ведь образование империи Карла – это шаг к унификации. И, как мы уже сказали в самом начале, к концу его правления Европа была, в общем-то, в значительной степени консолидирована. Там, руководствовался он мотивами христианизации, заботы о пастве или чем-то еще, но де-факто он всех подсобрал в одну кучу. Да, вы знаете, вот здесь надо иметь одну вещь в виду. В основе вот этих активных походов находились не экономические причины, скорее всего, а именно вот эта вот идея того, что нужно что-то делать для того, чтобы быть готовым к моменту страшного суда. Империя, видимо, довольно рано, вот при Каролингах, начала мыслиться, вообще вот это, так сказать, вот это политическое тело, да, оно довольно рано стало мыслиться не в понятиях территории, да, имеющей определенные границы и там какую-то форму правления. А вообще, надо сказать, понятие границы не существовало. Абсолютно точно, да. Географических карт не было, да. Линии на карте не могли провести. Ну, да. Точно, да, абсолютно верно. А она стала довольно рано мыслиться как некая ментальная категория, если хотите. То есть империя – это некое пространство, на котором господствует христианство. Империя – это люди, которые исповедуют истинную веру и составляют тело церкви, так называемое, да. И империя – это тот самый мир, в конечном счете, который будет избран и который будет спасен в момент страшного суда. Вот что такое империя. Поэтому их активные походы за пределы вот этой старой римской провинции Галлии, видимо, все-таки имели во многом причину идеологическую. Этот факт разбрасывать нельзя. Всегда за воином шел священник, который и сам очень часто был воином. Это очень хорошо видно в Саксонии, да. Это даже, извините, наоборот. Впереди шел миссионер, его убивали, он становился мучеником. Потом шли воины, а потом шли священники. А потом шли священники, да. Совершенно верно. И с этой точки зрения, в принципе, любые жертвы были допустимы. Абсолютно. Потому что лучше было убить язычника. Чем раньше он умрет, тем он меньше согрешит, да, и в конечном счете тем легче будет его участь в момент страшного суда. Но в идеале, конечно, их нужно обратить в христианство таким образом, даже если они сейчас этого не осознают, да, это все равно будет лучше, потому что они будут частью вот этого популюс христиан, с христианского народа, который будет спасен. Вот это очень важная идея. И в контексте этой идеи стала довольно рано влиять на конкретные политические акции каролингов. Задолго до Карла Великого, кстати. Вот одно из самых известных событий ранней каролингской истории – это так называемая битва при Пуатье, да, в 732 году состоявшаяся, в которой Карл Мартел якобы разбил арабское войско, да, под Пуатье и таким образом остановил арабскую агрессию на север. Ну, с этой битвой связана масса непонятного, совершенно, так сказать, не очевиден ни ее ход, ни, так сказать, ни формы, ни причины ухода арабов. Остался в памяти сам факт того, что Карл Мартел фактически выступил единственным на Западе защитником христианского мира перед вот этой вот мусульманской арабской агрессии. Да, но остался еще артефакт, который французы употребляют ежедневно. В контексте битвы при Пуатье. Круассан? Круассан – это ведь символ полумесяца.
поверженного противника съедают ежедневно за завтраком миллионы французов. С большим удовольствием, можно сказать. Так что, в общем, отметились в истории весьма. Хотя бы на кулинарном поприще. Да, абсолютно точно. А другие моменты. Итальянские походы каролингов. Ведь очень рано установилась эта связь между римским папой, да, и каролингами. Очень рано. Итальянские походы. И масса других акций. Даже сам факт переворота. Это все трактовалось в одном и том же контексте. В том, что это нужно делать, потому что каролинги те носители той идеи, которая в конечном счете работает на благо всех. Каролинги очень рано поняли, что истинная победа совершается не на поле брани. Там можно победить врага, но нужно сделать так, чтобы он осознал эту победу над собой. И каролинги очень рано поняли, что нужно добиваться победы в головах. В головах и своих элит, и элит вот тех регионов, тех территорий, тех народов, которые они подчиняли своей власти. И каролинги создали целую систему механизмов, целую систему воздействия на общественное мнение. При каролингах, наверное, впервые вообще в истории раннего Средневековья возникает официальная придворная хронистика, не просто хронистика, а официальная летопись, которая интерпретирует историю в совершенно определенном духе, в совершенно определенном контексте. То, что сейчас в 21 веке называется историческая политика. Ну, хороший да. термин появился. Ну, при каролингах еще и появляется система школ, где правильно преподносят эту историю. Ну, о системе школ мы поговорим еще, да. Это отдельный сюжет и очень интересный, и очень важный, кстати, в контексте наших сюжетов. Так вот, историография. Давайте немножко об этом поговорим. Это важные вещи очень. То есть, с одной стороны, формировался некий миф, да, о том, что каролинги – это династия Бога избранная, о том, что деяния каролингов, прежде всего их походы военные, это благо, потому что таким образом они распространяют христианство, с одной стороны, а с другой стороны, они выступают истинными защитниками церкви, христианской церкви, вдов, сирот, бедных там, и так далее, слабых. Их ошибки, их неудачи замалчивались, либо переосмысливались в выгодном для них духе. Но это вещь вполне обычная для официальной хронистики. Каролинги на этом не остановились. Они стали заниматься активно тиражированием этой истории. Эта летопись создавалась, вот тут не очень понятно, либо при дворе, какие-то части ее создавались при дворе, либо вот в Лоржском монастыре связь между этим монастырем и двором была очень тесной. В любом случае, это был один круг людей, мысливших примерно одинаково. Вот это надо иметь в виду. Они стали тиражировать в огромных количествах. И это случай уникальный, наверное, не только для каролингской эпохи, а для многих периодов средневековой истории. В огромных количествах эта хроника, аналог королевства франков, стали переписываться и рассылаться в регионы. Более того, в регионах, в монастырях создавались новые рукописи. То есть монахи и послушники знали этот текст, они его читали. И надо иметь в виду, что многие из них потом становились государственными чиновниками. Другой важный момент – это издание так называемых капитуляриев или законов. Да? Название это происходит от того, что законы разбивались на отдельные главы, капитулы, поэтому вот свод законов. Ну да, по сути, ведь до того было беззаконие полнейшее. Ну не то, что анархия, но каждый жил по своей системе ценностей, скажем. Нет, законы были записи. Ну у каждого свои. Но здесь они изменили свой характер. То есть в капитуляриях
проводилась та же самая идея, что в анналах, только в иной форме, да? И капитулярии тоже публично зачитывались на общих собраниях знати. Капитулярии рассылались регулярно в регионы, и там их публично зачитывали, доводя до сведения местных элит, которые принимали решения. То есть эти идеи так или иначе все равно внедрялись в сознание региональных элит. Еще очень важная вещь – монументальное строительство, которое тоже несло тот же самый месседж, только в другой форме, в форме архитектуры. Да? Карл Великий отстраивает, ну, можно ее назвать, столицей, да, хотя это не столица, но это, так сказать, более или менее постоянная резиденция, да, где он проводил много времени. Аахен, город Аахен, где он еще строит... Там термальные бани были, те термальные бали, еще римские, он очень любил, вот, на самом деле, купаться, о чем пишет Эйнхард, его биограф. И он там построил капеллу, очень известный памятник, который сохранился до сих пор, его можно видеть, хотя он существенно перестроен и обстроен, то есть сейчас он воспринимается несколько иначе, но в принципе идею понять можно. И эта капелла имела совершенно определенную структуру пространства, непонятную абсолютному большинству тех, кто приезжает сейчас посмотреть на этот шедевр раннесредневековой архитектуры, но, по всей видимости, прекрасно понятную современникам Карла и его, так сказать, его ближайшим потомкам. Они считывали этот месседж очень хорошо. В чем суть? Да, в чем суть этой идеи? Эта капелла имеет как бы два уровня. Причем королевский трон находился на втором уровне этой капеллы напротив алтаря Христа, примерно на одной высоте они находились. Этот трон стоял на нескольких ступеньках. Ближайшие сподвижники Карла стояли вокруг трона, но существенно ниже, чем сидел король. Да? А король сидел как бы на одном уровне с Христом. То есть это символизировало то, что на земле он является вот тем самым главой христианского мира, каким Христос является в сущности на небе. Да? И как Христос окружен ангелами, так и король окружен своими сподвижниками. Более широкие слои знати располагались внизу, на нижнем ярусе, на первом ярусе. Таким образом, выстраивалась иерархия. Да? Иерархия по вертикали совершенно четко. Эта модель очень четко прописывалась. Ну, тут еще есть масса всяких интересных сюжетов, связанных с количеством ступенек у трона. То есть это, видимо, тоже восходило к библейской традиции, к ветхозаветной, да? То есть здесь много было вот нюансов, которые сейчас нам непонятны, но которые прекрасно, еще раз повторю, это прекрасно были понятны современникам. Какие могут быть возражения? Я думаю, что специалист по истории Византии скажет, ага, это все существовало у нас, это они все списали у византийцев. И действительно, можно найти аналогичные вещи в каком-нибудь там Нубии, в русских землях, в общем, везде, где почитали византийскую культуру, в том числе ее еще продолжали почитать на Западе достаточно долгое время, несмотря на, конечно, все большее отдаление. В чем разница? Разница в том, что византийские императоры, императоры ромеев, да, они еще не называли, естественно, византийскими императорами, они императоры ромеев. В чем им латинь не отказывали? Они охотно их называли греками, но ромеями они считали сами себя. Правда, они... каролинские историки их называли императором Константинополя. Да. Подчеркивая существенную разницу, да. Но они действовали в рамках своей традиции на своих собственных исторических землях. То есть они были заложниками, отчасти продолжателями, но главным образом копистами старой традиции, с небольшими, естественно, изменениями вносились. Отличие каролингов в том, что они действовали на пустом месте. И поэтому у них были более развязаны руки, и поэтому можно сказать, что они это изобретали. Конечно, элемент копирования, в том числе и византийского ритуала, церемониала, он присутствовал, и идея в том, если говорить об историках, не об истории, что вот наладить диалог между специалистами по Западной Европе, русской истории, византийской истории, чтобы они, когда они собираются, начинают обмениваться картинками,
Все говорят, ага, это наше. Нет, это не ваше, это наше. Ну, здесь можно сказать, что византийская традиция это была постарее, чем у каролингов. Конечно. И это и сила, и слабость. Потому что она была, она диктовала вот определенные рамки, за которые нельзя выйти. Догматизм определенный. А здесь была свобода творчества, которую воспользовался Карл Великий. Был явный культурный подъем, который наметился при каролингах, вот то, о чем вы сказали чуть раньше, говоря о школах. Да? Это ведь совершенно, совершенно особая история, абсолютно вытекающая из того, о чем мы только что говорили. Это не самостоятельное явление. У этого культурного подъема, действительно явного, очень бурного такого расцвета, который потом обрел известную самостоятельность, были совершенно конкретные утилитарные задачи в самом-то начале. Карл Великий вдруг столкнулся с одной проблемой, которую на тот момент он не мог решить. Проблема эта заключалась в том, что, ну хорошо, империя распространяется, да, и, так сказать, мы можем строить новые монастыри и можем образовывать новые епархии, но вдруг выяснилось, что нет достаточного количества вполне образованных людей, которые могли бы быть священниками и которые могли бы работать с паствой умело. Они не знают латыни, они не могут читать священные тексты, они не знают римской литургии, они не знают массы вещей. Надо создать слой таких людей, надо их воспитать, если хотите. Потому что это тоже работает на ту же самую идею, идея спасения. Идея построения вот этого христианского пространства особого. Идея построения христианской империи. Дальше все, так сказать, идет шаг за шагом. Издаются капитулярии, в связи с которыми образуются школы. Их довольно много при монастырях, в центрах епархий. И при дворе прекрасная школа была. Где учат, прежде всего, грамматики и риторики латинской, ну, прежде всего, грамматики, конечно. То есть учат людей латыни, учат людей ну, каким-то основам, основам христианской догматики и учат вот этой литургической практике. Ну да, процедуре. Основная литургическая служба в латинском обряде католической церкви или месса состоит из начальных обрядов литургии слова, евхаристической литургии и заключительных обрядов. Во время евхаристической литургии происходит присуществление. Хлеб и вино становятся телом и кровью Иисуса Христа. Порядок проведения и состав мессы складывались в течение многих веков. Фиксации они подверглись в основном на Тридентском соборе в 1545 году. Такой момент достаточно для меня странный. Карл занимается консолидацией земель европейских, скажем так, собиратель земли европейской. Но при этом, насколько я знаю, постоянно увеличивалась роль графов. То есть владельцев земель, которым сам эти земли и раздавал. И таким образом закладывал, по сути, предпосылки для того, что называется феодальная раздробленность. Это в контексте консолидации, которая происходила. Да, вот ведомый идеей града Божьего, он все собирает в одну кучку, и в то же время из этой кучки «вот тебе, вот тебе». И в таком контексте достаточно трудно даже с носителями твоих идей контролировать это пространство. Как вот это? Да, объяснить. Вы затронули очень важную проблему. Если позволите, я немножко ее в другую сторону поверну. Дело заключалось в том, что империю-то они создали, да? Даже провозгласили, и Карл крестился, был помазан и стал императором. Коронованным. Собственно, коронованным, да. Официальным, да. Проблема-то в том, что механизмы, политические механизмы существования этого нового образования не были выработаны. Потому что ну, было, не было традиции. Было непонятно, как с этим жить. Да? То есть, куда двигаться, что создавать, чтобы вот эта империя сохранилась. Самый главный механизм передачи власти. Карл Великий в силу обстоятельств довольно долго правил один. Да, потому что брат его, так сказать,
очень рано отошел. Ушел в монастырь. Отдел ушел в монастырь, да. И Карл, так сказать, взял часть, которая принадлежала ему после раздела. Да? И таким образом он остался единственным правителем, единым правителем. А имперская идея, кстати, обратите на это внимание, в каролинской интерпретации, в общем-то, идея монархическая. Монархическая. То есть правитель должен быть один. И Карл был одним, да, он правил. Когда подошел момент передачи власти, то опять же, в силу обстоятельств, у Карла оказался только один законный наследник. Его сын, Людовик Благочестивый, в то время король Аквитанский, да, он правил в этой части империи. Другие сыновья умерли еще при жизни Карла. Таким образом, Людовик тоже оказался императором, единственным правителем империи фактически. И в течение довольно тоже приличного срока он правил один. Таким образом, примерно на протяжении двух поколений была ситуация, когда проблема передачи власти была не актуальна в данном случае. То есть это все решалось само собой. Проблемы начались, как только Людовик Благочестивый встал перед необходимостью делить королевство, делить империю и раздавать ее части своим детям. У него-то их было. Поболее, да. Четверо от разных жен. В конечном счете осталось трое. Это законное, я имею в виду. Законных детей, конечно. И вот тут начинаются проблемы. И как он пытается создать какие-то механизмы сохранение вот этого политического единства, то есть власти в одних руках. Он вводит институт соимператора, соправителя, делает соправителем своего старшего сына Лотаря, выделяет ему Италию, очень важную часть, потому что там Рим, да, вот эта римская имперская традиция и прочее, прочее. Другие сыновья ставятся в подчиненное положение, ущемляются в правах, в землях там, и так далее, не могут проводить самостоятельную политику, даже не могут жениться сами, фактически без разрешения Лотаря. Это не могло не спровоцировать обратную реакцию. И потому что за каждым из претендентов и сыновей стоял клан родственников, клан знати, которые, руководствуясь германским обычаем, были приучены к тому, что наследие делят. Желательно поровну или по-братски, как получится. Но делят в любом случае. Делят. Это важный момент. И здесь дело не личных амбиций, а просто социальные силы, которые работали гораздо большей степени, чем граф, чем амбиции местных графов. А местные графы, это были первоначально, ничего страшного в этом не было. Это были судьи, это были государевы слуги, они назначались. Ну да, проблемы начнутся тогда, когда они будут назначаться исключительно из местной аристократии. Вот тогда они выходят из-под контроля. И тогда власть пытается вести, как нам кажется, абсурдно себя ведет. Она вводит иммунитеты. То есть те или иные, допустим, аббатства или территории, они не подсудны королевской власти. Казалось бы, наоборот, это децентрализация. А на самом деле, таким образом, центральная власть выводит из подчинения графов, в лояльности которых они уже начинают сомневаться, выводит некоторые территории. Над ними только император. Каролингам удалось вырваться из этого порочного круга. А что-то им удалось сделать. Потому что главным образом, опять же, в наших учебниках, империя Карла Великого и ее распад. Фиксируется то, что она распалась. Причем довольно быстро. Быстро распалась, потому что она не могла не распаться, потому что у них не было экономического единства. Важно не то, что она распалась, а то, что осталось после ее распада. А после ее распада остался сухой остаток. Вот это самое интересное. И этот сухой остаток гораздо важнее, чем сам факт политического господства. Потому что людей, которые завоевывали территорию, очень много. Таких и глобализаторов много. И потом будут кочевые империи, и потом будут люди, которые гораздо успешнее завоевывали. Но от них ничего не оставалось. Они уходили в песок. Их слава, ну, может быть, там память о их жестокости окружала их определенным ореолом святости. И все. А здесь осталась вот эта вот имперская идея, которая очень важна. Про унификацию. Мне бы хотелось сказать, вы задавали вопрос, что унифицировалось? Управление, наверное, да, но все-таки не целенаправленно. Законы нет.
идея то, что вся империя должна жить по одному закону, в голову им не приходило. Были некоторые акты, которые обязательно были к исполнению. Но, вот, скажем, поменять там солическую правду, сделать общим законом для всего всей империи, это у них не шло. Единого... То есть даже цели такой не ставилось? Нет. Не рецепт. Другое дело, что они пытались собрать эти законы, они их собирали, описывали записать максимально хорошо, детально. Что можно и нужно было унифицировать? Конечно же, литургию. Потому что важно, если мы империя, если мы, а империя мы еще и потому, что мы сопричастны телу Христову. Мы тело империи, потому что мы тело Господне. Для этого нужно, чтобы литургия везде шла одинаково. И вот это нужно унифицировать. Но для того, чтобы это унифицировать, нужно установить контроль над всеми церковными службами, нужно установить контроль над производством литургических книг, нужно, чтобы они были понятны. Отсюда рождается знаменитый Каролинский минускул. Потрясающий вот этот вот график, смотреть нужно эти книжки. Они вот в этом отношении, конечно, разрыв с предыдущей традицией очевиден. То есть существуют мастерские письма, Корбийская мастерская письма. Ее, кстати, экземпляры многие хранятся у нас в Санкт-Петербурге, в публичной библиотеке и в библиотеке Академии наук. Это шедевры, которые при этом служат образцами. И вот задача любого средневекового унификатора – унифицировать прежде всего богослужебные книги. И так будет всегда. И, естественно, местная традиция будет всегда расходиться, всегда будут возникать какие-то особые узусы, юзажи, особые свои там, обычаи. Эти обычаи иногда признавались, но чаще всего все-таки их нужно было контролировать и унифицировать, и на каждом новом историческом витке эта унификация происходила. Возникает идея трансляции. Трансляцию империи и трансляцию студии. Что, в общем, одно и то же. Трансляция знаний, образованности, трансляция власти. Тут было несколько вариантов. Один вариант, библейский, четыре монархии. Идея четырех монархий, значит, это у нас ассирийская. Медоперсидская. Да. Персидская держава, эллинистическая. И, наконец, римская держава. И было очень важно не допустить разрыва. То есть, если мы читаем сочинения историков того времени, мы нигде не найдем слов «падение Римской империи». 476 год, падение, нету такого. Потому что Римская империя никуда не делась, она продолжается. И она будет искусственно тянуться до 18, до Наполеона. Вторая идея, идея трансляции, трансляции от знаний от Египта в Грецию, в Рим, а потом к франкам. Вот эта вот идея, которую Алкуин развивал, и она потом в средние века становится очень важной. Потом такая же идея, уже когда будут рыцари, трансляция рыцарства. Тоже, что вот были греческие рыцари, которые взяли Трою, потом будет римский великий, Александр, будет римский рыцарь, а теперь все вот рыцарство. Рыцари, да. А теперь франки. Я бы хотел несколько прервать линию повествования и обратиться к культурно-бытовой стороне их жизни. Что представляли они собой с точки зрения уровня развития ремесел, искусств, кулинарии, чего угодно. То есть как они жили. Помимо того, что Карл Великий любил мясо на вертеле и яблоки на десерт. Вот. Какие были преференции? Во что одевались? Вы как знаете, жили, как ходили? На самом-то деле это один из самых сложных вопросов, потому что в отличие от всяких политических процессов, которые нашли достаточно полное отражение в самых разных текстах, бытовая сторона в силу объективных причин, да, отражается гораздо меньше в самых разных источниках. Но, тем не менее, что-то можно нащупать. Прежде всего, конечно, нащупать в том, что касается повседневной жизни франкской элиты. Здесь мы неизбежно упираемся в Эйнхарда, в его жизнеописание Карла Великого, где он, подражая Светонию, да, опять же, впервые в каролинской традиции, вводит
сознательно вполне, сюжеты, которые, в общем, до того не существовали, просто потому что, ну вот, их не было и все, и интереса к ним не было. Он пишет несколько глав о повседневной жизни Карла Великого. И здесь можно спорить, сгущает он краски, он специально его делает таким или другим, но какие-то факты можно вычленить. Карл любил жареное мясо. Это известный факт, известная вещь. Карл любил купаться, причем, как пишет Эйнхард, он часто купался вместе со своими сподвижниками, и это были массовые купания. То есть это, там, те же самые термальные бани. Да, ну, не 5-10 человек. Да, да, а много людей вот купалось. Это, кстати, тоже можно рассматривать как некую форму социализации, да, некую форму вот коммуникации между правителем и его окружением. Это важная вещь. Пиры ту же самую функцию выполняли, кстати. Особой коммуникации, особой системы отношений, которая в момент общей трапезы, общего принятия пищи возникает между правителем и его, так сказать, его людьми, его сподвижниками. Ну да, преломляют хлеб. Да-да, здесь традиция очень... Ну, она вообще варварская, конечно. То есть, умерен в питье. Умерен в питье. Три чаши вина. То есть можно предположить, что, так сказать, обычно чаще была неумеренность, да, и выпивали, собственно, гораздо больше в процессе еды. Здесь надо иметь одну вещь в виду, очень важную, того, что касается вина. Вино в традиции европейской, в традиции стран винодельческих, давайте так скажем, никогда не рассматривалось в качестве алкоголя. Воду или не пили. Или чего-то противостоящего еде. Вино было точно такой же едой, как и мясо, хлеб, там, не знаю, бобы и все, что хотите. Есть совершенно замечательный памятник, который называется «Капитулярия о поместьях», записанный где-то около 800 года, чуть раньше, чуть позже, это в данном случае не очень принципиально, который вырабатывает некую идеальную модель функционирования каролинского поместья, и там есть довольно много глав, посвященных всякого рода. Я хочу пояснить, это не просто поместье, где, значит, сидит помещик, это королевские поместья. Королевские поместья. Вот да. Как нужно... Король в основном продолжает, несмотря на то, что столица там вроде как уже есть, он продолжает переезжать с места на место со своим двором, или не король, а уже его доверенные люди переезжают, они живут в одном поместье, потом едут в другом. Поэтому нужно, чтобы в этих поместьях была некоторая унификация, чтобы они приезжали и могли найти определенное количество запасов, определенные там какие-то там ткани, чтобы были подготовлены для двора. И вот капитулярия поместья регламентирует эту систему. Там вот довольно, так сказать, четко все это прописано. Какие сорта яблок, там сладкие, покислее, и очень кислые, там груши, какие-то бобы, какое должно быть мясо копченое, там и такое, такое. Какие должны быть орудия труда. То есть какой должен быть запас в хозяйстве, что туда приехал король со своей свитой, и он мог какое-то время там прокормиться. Ведь понимаете, в чем дело? Были поместья, куда, например, король приезжал на там 2-3 недели, а были поместья, где он останавливался зимовать. Соответственно, в случае втором, да, там должны были быть совершенно другие ресурсы. Сколько было людей в окружении Карла, точно неизвестно, но, например, мы знаем, что вот при Аттонах, да, то есть примерно 100 лет спустя в Германии, их свита насчитывала порядка 1000 человек. То есть, представляете, вот 1000 людей приезжает в поместье, и они там живут, едят, это каждый день происходит. Это... Поместье или замок все-таки? Или еще... Вилла. Вилла, это называлось вилла, или иногда это называлось... палацом, если там было некое строение. Я думаю, что замком это все-таки не было. Замком это не называлось. Все-таки это был не замок, вот в том смысле, в каком мы сейчас... Отсидеться от набегов неприятеля у короля не было идеи, да, в этом поместье.
о развитии ремесла в эту эпоху. То есть насколько были ли города центрами ремесла и торговли. Вот мы видим, как в поместьях производятся, в том числе там есть шорники, описываются люди, которые производят эти вещи. И по другим капитуляриям, по другим текстам мы можем понять, что и в деревне, то есть, собственно, в крестьянской среде, примерно та же модель функционировала, только, может быть, не столь упорядоченной она была. Это видно, например, по тем платежам, которые крестьяне должны были... Это у нас другой источник, полиптики. Да. Монастырские описи. Которые крестьяне должны были вот отдавать в пользу помещика. Там упоминаются даже металлические вещи, там упоминаются куски ткани, упоминается масса всего. То есть, видимо, это то, что называлось в рамках натуральный семьи, оно все работало. Да. Они платили часть. Вот были ремесленники, которые не столько работали на господском поле, не столько поставляли зерно, сколько поставляли вот эти товары. Ну, керамика, кузнецкое дело, ткацкое дело. Что еще было необходимо? Ну, я не беру в данном случае производство продуктов питания. Оружие было необходимо. Оружие. С оружием сложности, потому что оружие нового типа, переход к конному вооружению. Появляется стремя. Считается, что стремя – это подарок кочевников. Именно авары познакомили Европу с ним. Появляется стремя, появляется возможность всю силу удара перенести на конец пики или копья, совокупную силу всадника и лошади, да еще всадника тяжело вооруженного. Пока что еще не в панцире, а в какую-нибудь кольчугу, шлем, там, тяжелый щит. Но это уже удар, и появляется новый тип вооружения. Так вот, это вооружение стоило очень дорого. Один только шлем, по понятиям позднего Средневековья, довольно примитивный. Но стоил столько, сколько вообще-то давал целое поместье. Вооружить такого всадника, конечно, было очень сложно, найти ремесленников, найти это оружие. Франки вообще славились хорошим владением металлургией. Считалось, что вот именно они были, они поражали современников, особенно на ранних этапах королинской истории, поражали современников вот этой своей вооруженностью. Это были танки. Интересно вот в этом контексте, как это воспринималось несколько поколений спустя. В примерно 80-е годы 9 века один из каролинских авторов, монах одного из очень крупных известных монастырей, Сан-Галенского монастыря, Ноткер, для одного из потомков Карла Великого написал некий сборник рассказов о его прадеде. Да? И вот там, среди прочего, есть совершенно замечательный момент, как Карл завоевывает Павию в Северной Италии. В изложении Ноткера, а ведь прошло-то, ну, даже меньше 100 лет, наверное, между этим событием и вот той эпохой, о которой пишет Ноткер. И Ноткер уже был к тому времени человеком очень пожилым, то есть тут... И по поколениям промежуток очень маленький. Так вот, в изложении Ноткера это просто триллер. Потому что он описывает, как на стенах Павии стоят лангобарды вместе со своим королем. Получит. И вдруг они видят, как волна за волной, тяжелые вооруженные воины накатываются, наводя ужас на тех, кто стоит на стенах. И этот лангобардский король спрашивает каждый раз, когда появляется новая часть войска, это что, Карл? А один из его советников отвечает, нет, это не Карл, подожди, вот сейчас будет Карл. И появляется еще более ужасная армия, еще более сверкающая железом, блеском мечей, да, и звоном этим страшным. Он спрашивает, это Карл? Нет, это не Карл. И в конце концов появляется железный Карл, как пишет Ноткер. То есть вот это представление о том, да, что каролинское войско, войско, собственно, Карла Великого, оно было железным, оно было машиной. Вот оно, понимаете, каким-то удивительным образом оседает.
На самом деле, наверное, все-таки они не были закованы. Конечно, конечно. Это все было, довольно примитивно, судя по всему. Но вот ощущение того, что это совершенно особая машина боевая, она осталась. Ну, это говорит в первую очередь о том, что в этой армии была очень хорошая дисциплина. Устройство этого войска. То есть это не просто отдельно взятые вооруженные люди. Это значит боевые порядки, построение, управление этими боевыми порядками. Ну и даже если они были в кольчугах, кольчуги тоже сверкают на солнце. Да. Франкские мечи, кстати, их сохранилось, насколько я знаю, достаточно много. Немало, да. Их даже находят в Поволжье, франкские мечи. То есть и даже ареал их распространения довольно большой. Они были очень качественными, поэтому они пользовались популярностью. Они были железными или стальными уже? Потому что вот этот рубеж, тысячелетие, это время, когда появляется сталь высокоуглеродистая. Все-таки, наверное, железная. Они были железными, причем они были сделаны не целиком, а вот как бы кусок. Да. Клинок не был куском железа. Клинок был сделан из нескольких пластин, которые друг с другом соединялись. Сваривались. Да, сваривались. Вот удивительно, что в таракотовом войске Циншихуанди сохранность холодного оружия потрясающе, потому что китайцы научились хромировать его. То есть я смотрел по одному из зарубежных каналов программу, посвященную вооружению таракотового войска. Да, действительно, как будто они сделаны вчера. В Европе с этим было несколько иначе. То есть хромирование появилось где-то... Зато делались надписи на мечах. Во-первых, меч имел имя. Мы говорили чуть раньше о том, что... некоторые неудачи Карла, они либо замалчивались, да, либо трансформировались... Либо поэтизировались, наоборот. Да, либо трансформировались в конечном счете все равно в победу. Так вот, в 70-х годах 8 века случилась такая история во время одного из походов в Северную Испанию. Поход был, в общем и целом, удачным для Карла. Сарагосу брали. Да, взяли Сарагосу. И когда они возвращались обратно, то в Рансевальском ущелье на арьергард войска Карла, то есть все войско прошло, вот последние отряды, которые проходили через ущелье, напали баски, которые жили, в общем, да и сейчас живут примерно там же. И которые основательно потрепали французское войско, фактически его уничтожили. Тогда погибли многие видные сподвижники Карла, судя по всему. Один из них был марграф бретонской марки Хроотланд, еще ряд людей. Ну, в общем, это были люди не последние, так сказать, во франкской иерархии социальной. И этот сюжет остался во франкской традиции, потом он перекочевал в традицию французскую, и уже в классическое средневековье он оформился в знаменитую песню о Роланде, да, вот ту самую о походе французского войска, об этой катастрофе, причем баски, естественно, трансформировались уже в арабов, в мусульман, которые воевали с христианами, с Карлом. И вот Ролан такой культовой фигурой стал. «Песни о Роланде» – героическая эпопея французского средневековья, наиболее ранняя из дошедших редакций, оксфордская. Историческая основа ее составляет эпизод разгрома басками в Трансильванском ущелье в Пиренеях в 778 году от Егарда, отступавших из Испании войск Карла Великого, во главе с Роландом. В поэме баски христиане заменены маврами-мусульманами. События оказались перенесенными в обстановку общества X-XII веков. Впервые песнь была напечатана в Париже в 1837 году. Есть масса эпических песней. В основном их герои – это участники походов Карла Великого. Песня о Гийоме Оранжском, песня о Роланде и прочее, прочее. Это такая старая варварская традиция дружинная, да? Ну да. Героизировать, песня, да, песня. Вот. Первые фиксации их письменные – это XII век, ну, самый конец XI. Где они бытовали, как они бытовали все вот это вот время, то есть 9, 10 и большую часть 11 века, никаких текстов нет. И это одна из самых больших загадок французской филологии. Как эта вот традиция жила? Народный эпос. Единственным косвенным показателем существования этой традиции у нас могут быть данные о номастике.
Откуда они у нас берутся? Это прежде всего полиптики, вот эти вот описи тех, кто жил на монастырских землях, и некрологические документы. То есть книги, которые, вкладные книги монастырей, запомин души. И отсюда у нас есть очень большой репертуар имен. Ну, казалось бы, имена, что может быть интересно. На самом деле, это безумно интересный сюжет, потому что мы видим, как меняются эти имена. И вот уже в IX веке становятся все более популярными имена героев, которые нам потом, уже из XII века, будут известны как герои этих... Каролингского эпоса. И наоборот, там есть антигерой Гвинелон. Ну, считается, что это епископ Винилон, это уже более 100 лет спустя, когда уже внук Карла Великого, король Западно-Французского королевства Карл Лысый, будет воевать со своими собратьями и конкурентами. Вот все его поддерживают, а епископ, один из, значит, епископов, епископ Суассонский, Винилон, не поддержал. И в эпосе о Роланде Гвинелон – это предатель, который, в общем, из-за которого погиб Роланд, и который, в общем, жестоко наказан. И вот X век, в IX веке Винилон или Гвинелон – вполне популярное имя, в X веке оно исчезает напрочь. Никто не хотел бы становиться Гвинелоном. Это значит, вот у нас косвенное свидетельство того, что этот, в королевскую эпоху существует, в поздней королевскую эпоху, во всяком случае, существует эта традиция, которая очень влиятельна и популярна. А возвращаясь к надписям на мечах, что-нибудь известное о мече того же самого Карла Великого, что на нем было написано, или здесь он... Ну, к сожалению, известно слишком много, чтобы это было правдой. Потому что очень много вариантов. Каждый хотел сказать, что он именно владеет мечом Карла Великого, так же, как священным копьем. Поэтому там всякие надписи... обращение к Богу, да поможет нам Бог и так далее. И вариантов этих существует много, но что, по-моему, королевские историки об этом умалчивают. Королевские историки ничего не пишут. Может быть, это вообще ретроспекция. Да, вообще, надо сказать, что мы здесь сталкиваемся с обычным явлением, но обидным по отношению к Карлу Великому. У нас не так много источников аутентичных, происходящих из того времени, но зато очень много источников более поздних. И сплошь и рядом есть такая тенденция переносить более позднее явление на эпоху королевскую, что вполне понятно. Поэтому в сознании современников, конечно же, это был рыцарь, забрал в доспехах, с мечом, участвующий в турнирах. Там турниры описываются, никаких турниров, судя по всему, не было. В то время вряд ли. Но... Были не турниры, время от времени практиковались такие забавы военные, что ли. Вот один из королевских историков, Нитхард, описывает вот как раз такой момент, когда два брата, Карл и Людовик, немецкий Карл Лысый, встретились незадолго до битвы с Лотарем решающей, да, они очень хорошо проводили время, они пировали, а их дружины устраивали такие, ну, как бы мы сейчас сказали, потешные бои. Вот Нитхард описывает, что это прям были целые группы людей, которые наскакивали друг на друга, сражались, отступали, наступали. Да, то есть это вот некая такая была, ну, игра и, наверное, все-таки и тренировка в том числе, конечно, чтобы не заставились. За участие в нашей сегодняшней программе. А с вами, уважаемые телезрители, мы увидимся через неделю, чтобы продолжить наши экскурсы в историю. Всего доброго. Смотрите нас.